Воздушные змеи летят над Волгой, малыши, измазавшись красками, разрисовывают деревянных козлят. На сцене уличные театры, Волжский народный хор. Впервые на Самарской земле межрегиональный фестиваль набережных. Десятки интересных площадок привлекают все поколения. Мне очень нравится наша Самарская набережная. Но в этот день мне она нравится больше всего, потому что проходит фестиваль. Мне здесь очень понравилось. Я делала змея, рисовала художников. Сейчас мы просто прогуливаемся. Замечательно все. Отлично все организовано. Хорошо. Это наш любимый город. Мы здесь родились и выросли еще в Куйбышеве. Так что и гуляем довольно часто здесь. Музыка, искусство, дизайн, гастрономия. Культурные проекты не только представителей Самары, но и других регионов – Екатеринбург, Нижний Новгород, Саранск. В такой доброжелательной фестивальной форме гораздо быстрее и проще наладить культурные отношения между крупными городами и сформировать общероссийский бренд великой русской реки Волги. Мы хотим привлечь все регионы Поволжья сюда и показать, как мы можем жить на нашей великой русской реке. То есть Волга – это часть нашей жизни, это образ жизни. И все, что связано с культурой, у нас также в значительной степени у многих народов, которые живут в Поволжье, связано именно с Волгой. Все эти события праздничные, они вселяют уверенность в том, что мы действительно стоим на пороге очень серьезных перемен, с началом которых Самара будет преображаться более стремительными темпами. Я полагаю, что таких праздников должно быть, конечно же, больше. И мы должны понимать, что мы одна семья, один общий народ. Уже в следующем году «Жемчужина на Волге» станет полномасштабным фестивалем. Будет проходить целую неделю на нескольких площадках города. Хотя главной останется, конечно, Самарская набережная. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.